Увидела свет, выпущенное на немецком языке издание о наследии Шуши. В университете Ада состоялась презентация книги ученого-тюрколога из Германии Михаэля Хесса «Наследие Шуши. История и развитие Шуши. Культурной столицы Азербайджана». При написании книги исследователь использовал более 600 источников по культуре, литературе и истории Шуши. Цель издания этой книги – донести до западных читателей объективную информацию о богатом наследии Шуши и Карабаха. В 600-страничной книге говорится и о 44 дней. В Дневной Отечественной войне Михаил Хас рассказал о своей любви к тюркской культуре и сообщил, что книга, которая поможет донести до всего мира историю Карабаха, в настоящее время переводится на английский язык. Надеюсь, что книга внесет свой вклад в дело распространения информации о Карабахе в немецковорящих странах. Шуша имеет особенности, которых нет больше нигде в мире. Шуша – это родина Узейра Гаджибекова. Он был не только великим композитором, но и очень чутким музыковедом с глубокими знаниями, каких больше нет нигде в мире.